Еще каких-то 2 года назад наш маленький соотечественник Герман Гвозава отплясывал на свадебном торжестве у родственников. Но сейчас его любимый абхазский танец дается ему с трудом. Прогрессирующая опухоль головного мозга 4-й стадии настолько велика, что придавила нервные окончания, отвечающие за работу правой руки и ноги, а также повредила речевой аппарат. Год назад родители Германа услышали страшные слова. Новообразование в правой части мозга – глиома. Оно оказалось настолько большим, что оперировать его нельзя. Единственный выход – сдерживать рост опухоли и уменьшать ее влияние на организм. Герман лечится у нас уже около года. И у него тяжелое заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы. По проведенным дополнительным анализам, которые делаются и в нашей стране, и за рубежом, у него выявлена редкая генетическая аномалия этого заболевания, генетическая поломка, которой, как оказалось, в мире существует лекарство – Exkivity. И при использовании этого препарата может быть достигнут положительный клинический эффект. В мире есть случаи, когда этот препарат хорошо работает именно у таких пациентов с такой генетической поломкой. Мы очень надеемся, что заболевание Германа полностью будет излечимо, если он начнет принимать этот препарат. После установки диагноза семья Германа делает все возможное, чтобы спасти его. Мальчик уже прошел лучевую терапию, 10 блоков химиотерапии, но, к сожалению, анализы не показывают положительных результатов. Необходимый для жизни Германа препарат был назначен большим консилиумом российских врачей на основании множества высокоточных анализов. Мальчику поможет незарегистрированное в России лекарство Exkivity, 2 курса которого стоят более 100 тысяч долларов. По нынешнему курсу доллара это примерно 6 миллионов 600 тысяч рублей. Здравствуйте, меня зовут Эля, я мама Германа Гвозава. Год назад нам был поставлен диагноз бетоломическая глиома, это опухоль головного мозга 4-й стадии. Герману были сделаны 2 операции. Мы прошли лучевую терапию, 11 блоков химии, но мы смогли затормозить только рост опухоли. С помощью генетических исследований нам было назначено новое таргетное лечение. Это экспериментальное лекарство Exkivity. Таргетная терапия, которая целенаправлена на клетки в опухоли. Лекарство это не зарегистрировано в России. Цена его 6 миллионов 600 тысяч на 2 месяца нашего лечения. Пройдя такой долгий путь, наша семья не в состоянии оплатить такую сумму. Я очень прошу каждого из вас помочь нам использовать этот шанс и спасти моего сына Германа. На данный момент фонд «Добросвет», который добился того, что указанный препарат выделят для мальчика, собрал 1 миллион 208 тысяч 490 рублей. Фондом «Ашана» уже собрано 943 732 рубля. Все средства, которые поступят в «Ашану» с 14 по 28 июня, будут перечислены в фонд «Добросвет». Помочь 10-летнему мальчику может каждый из нас. На сайте фонда «Ашана» указаны все способы перевода денег на лечение мальчика. Самый простой из них – отправить слово «добро» на номер 5050 и дать Герману шанс на жизнь. Анастасия Никонова, Абаза ТВ.